Итак, друзья, ботинки фирмы Loewe. Сегодня говорим про эту марку. Почему? Потому что с нее многие начинают. И правильно делают, и в том числе и по моим рекомендациям. И я сам тоже начинал с ботинок марки Loewe. Почему? Да потому что Loewe молодцы. Они делают ставку на первые ваши ботинки. В любой, даже самой дешевой линейке Loewe будет технология Goodyear Welted. Это крепление подошвы. Хорошие материалы и правильный дизайн. Основана фирма в 1880 году. Самая крутая линейка как раз называется 1880. Она не представляет для большинства интерес, потому что Loewe интересен именно недорогой обувью. Но в 1880 линейке там все премиальные материалы, технологии все те же, которые использовались и ранее, и используются по сей день. А дальше есть такие линейки, как L1, недорогие, но там все есть, и Goodyear есть, и все есть. Evolution и Shoemakers. Вот это Shoemakers, кстати, у меня. Этим ботинкам 7 лет, и они еще походят. Посмотрите, вот здесь нитки уже перетерлись на подошве. Ну и ничего, ничего не происходит. В этих ботинках еще можно пройти, я не знаю, тысячи километров. Это, кстати, вот я показываю для тех, кто топит за профилактику. Вот, я хожу без профилактики, ничего не происходит, все отлично. Ну, каблук сточился, да, вот я ношу эти ботинки. Кстати, одни из любимых моих ботинок, ничего не происходит. Так что можно ходить без профилактики. Это вопрос, конечно же, личных предпочтений, но вот я предпочитаю без профилактики. Значит, в 1880 году фирма была основана, и люди начали трудиться. И до сих пор владельцы фирмы, потомки людей, которые начинали этот бизнес. То есть это семейное предприятие. И очень правильная стратегия. Во-первых, это, хотел сказать, градообразующее предприятие, но это предприятие, которым гордится Великобритания. Все жители Лондона, Англии, всей Англии ходят в Loewe. Королевский двор ходит в Loewe. С 2007 года Loewe является поставщиком двора, королевского двора. Так что можете и принца, и принцессу увидеть в этих ботинках. Но самое главное, то что вот когда вам нужны первые ботинки, вы купите себе Loewe. И через 7 лет вы в них выйдете, и у вас будут еще более дорогие, качественные ботинки. Но вы будете продолжать носить Loewe, и вам будет не стыдно. А это, я считаю, показатель. Это вот я на своем опыте вам говорю. Это как производители автомобилей. В самую младшую модель вкладываются обычно огромные деньги. Они могут больше денег вложить в младшую модель, например, там в BMW первой серии, а продавать ее дешевле с мыслью о том, что человек, который купил копейку, потом купит третью серию, если ему понравится копейка, а потом пятую серию и седьмую серию, станет приверженцем марки. Поэтому обычно там вот у всех, да, там Mercedes C-класса, там A-класса, он очень проработан. Исследования все проводятся в основном вот для таких автомобилей. Вот и Loewe также поступает. Да, и это говорит о том, что у Loewe не только младшие модели хорошие, но и старшие модели тоже хорошие, то есть очень качественные. Купить эти ботинки можно, к сожалению, в России можно купить только в офлайн-магазинах. Не только в офлайн, смотрите, можно купить в сетевых магазинах. Вообще, эти сетевые магазины, они огромную свинью нам подложили.
они пролоббировали свои интересы, и зарубежные интернет-магазины не продают лог, не отправляют в Россию. Вы представляете? Потому что, видели, не будут покупать в офлайн-магазинах в России лог. Ну и хрен бы с ним, потому что лог также продается под маркой Herring. Herring хитро поступил. Он просто разместил заказ на свои ботинки, заказал точно такие же ботинки, как в линейке Log, практически то же самое, но там написано не Log, а Herring. И все, пожалуйста, можно купить. Вот их уже можно купить, заказать, и вам отправят в Россию. А Log нельзя. Да и пофигу. Log можно купить в России, в интернет-магазине British Room. Можно купить в Москве или в Питере, опять же, прийти в этот British Room. Почему я British Room рекомендую? Потому что British Room не участвовал в этом лоббировании, да? Так что пускай живет. Ну и Pronincode работает в British Room. Ну и на Herring тоже, конечно же, он работает. Вот. Так что, ребят, Log — это прям первая любовь. Log я вам рекомендую. Значит, линейки Log, которые нам интересны, это Shoemakers 1880, Evolution, L1, а вот Lifestyle или Designer, по-моему, называется, это интереса не представляет, потому что это уже не классическая обувь. Как-то раз я видел Log, где не было Goodyear Welted, но это, я не помню, какая это была линейка, это большая редкость. Так что, если что, ну, вы смотрите, все равно доверяйте, но проверяйте. Goodyear Welted — это когда в обуви есть рант, когда есть шов, который прикрепляет рант к подошве, и еще один шов, который прикрепляет верхнюю часть к ранту. Но об этом уже есть ролик на канале, я на всякий случай вам напоминаю. Вот, и, значит, под конец хочу что сказать. Ребят, для меня, как для блогера, важно, чтобы вы писали комментарии. Так что пишите все вопросы под этим роликом. И пишите прямо сейчас. Мне важно, чтобы ролик набирал. Для того, чтобы ролик... Я вам расскажу. Вот открываю все карты. Что нужно, чтобы ролик набрал много просмотров и канал развивался? Нужно, чтобы он... Как только я вот сейчас опубликую ролик, чтобы было много просмотров, были эти реакции типа лайки, дизлайки, и чтобы были комментарии. Вот, потому что если всего этого не будет, ну, я же тоже человек, у меня тоже руки могут опуститься, и я буду заниматься каким-то другим делом. А я хочу записывать для вас видосы, так что вы тоже поддерживайте на канал, если еще не подписались, подпишитесь. И очень важно, поставьте колокольчик. Вот это прям очень важно, именно колокольчик, потому что колокольчик, он вам будет сигнализировать, как только выйдет ролик. Соответственно, вы сразу, как только он выйдет, его посмотрите, это будет толчок для просмотра. Ну уж извините, зануда Гриша вас вот о чем-то попросил. Он уж простите, ладно, не только полезную информацию дал, но и попросил. Все, поехал я на работу.